студенческом парке ДГТУ имени Леонида Красниченко состоялся особенный праздник – праздник древонасаждения. Это заключительный, пятый этап реконструкции парка. Теперь деревья посажены на всей территории любимого места отдыха студентов ДГТУ и жителей города. Все больше и больше студентов, людей, жителей приходят и делают все вместе город свой краш. Мы-то будем сидеть в тени этих деревьев, будем отдыхать в этом парке, будем дышать там воздухом чистым. Наши дети, наши внуки. По итогам проведения общегородских мероприятий по благоустройству, ректор ДГТУ Виссарион Чехович Месхи был награжден почетной грамотой администрации Ростова-на-Дону. Наш праздник древонасаждения совпал с важным событием – общегородским субботником. Я благодарен ростовчанам. Мы сегодня планируем, что на улице города, во дворы, парки, скверы выйдет порядка 45 тысяч человек. Это огромное количество людей. Поверьте, от этого город будет только чище. Студенты, сотрудники, преподаватели университета, жители города заботливо сажают деревья. Это уже стало доброй традицией из поколения в поколение ухаживать за парком, делать все возможное, чтобы сюда хотелось приходить снова и снова. Друзьям буду сюда приходить, то буду показывать, говорить, что я посадил это дерево. Новые скамейки, площадки для занятий различными видами спорта, велосипедные дорожки. Все это появится в парке в недалеком будущем. Я абсолютно уверен, что еще пройдет 5 лет, и мы увидим совсем новый парк, в котором молодежь будет с удовольствием гулять. Он будет иметь не только древонасаждение, но еще и будет комплекс развлечений, который позволит проводить здесь время с семьями, с детьми, приучит тому, что в самом деле надо бережно относиться к тому, что дает нам возможность жить. В пятом этапе древонасаждения участвовали студенты уже опорного многопрофильного университета ДГТУ. Мы с 15 апреля стали ДГТУ, мы студенты РГСУ. Вот. И мы как бы познакомились со студентами ДГТУ тут также. А также мы еще и посадили дерево и вместе сдружились. Вместе делали общее дело. В студенческий парк ДГТУ вчерашние студенты приводят своих детей, а кто-то уже и внуков. 3 года назад, когда первый раз было древонасаждение, я сажала дерево, еще будучи беременной. А сейчас мы пришли уже первый раз с ребеночком. С Сашей пришли на древонасаждение. Саша, скажи, тебе нравится деревья сажать? Да. Студенческий парк ДГТУ становится хранителем традиций и семейных ценностей. Поэтому его реконструкции ректор ДГТУ Виссарион Месхи уделяет особое внимание. Ректор не должен уставать и всегда должен знать, что завтра утро начинается снова. Опять надо сажать деревья, опять надо учить студентов и делать все доброе, которое сегодня приносит пользу для города, для региона, для той страны, где ты живешь, которую ты любишь и уважаешь. Альбина Кислица, Екатерина Коломеец, Никита Кордо, Яков Кордо. ДГТУ ТВ.